Тверской край. С радостью приезжал сюда, в раздолье русских полей, в прохладную тишину лесов, Александр Сергеевич Пушкин. Здесь он бывал у своих друзей, здесь родились прекрасные строки многих его стихов. Шестой раз в нашей стране отмечается пушкинский праздник поэзии. В Торжке, в доме, где часто гостил великий русский поэт, в дни праздника открылся музей. На открытие музея прибыли многочисленные гости. В эти же дни в Калинине был открыт памятник великому поэту. Не властно время над людской памятью, и сколько бы ни прошло веков, народ будет склонять головы перед ним, нашим Пушкиным, величайшей гордостью нашей.